Вышел из тюрьмы, все понял. Я тебя сажу, да? Сейчас я вам объясню, что произошло. У нас... Я сажу, да, за первый проект 2. Что, чего вы хотите? Какой эфир РП? Я стою, кейс открываю уже 15 минут. Какой эфир РП? Это не он. Какие претензии? У него другой. А, стоп, это не того, извиняюсь. Да, у него тем более там... А, даже... понял, ладно, ладно. Вот он. Ой, блядь! Вот он. Я за... немного у другого ник скопировал, сори. Вот он, я в чате сделал уже. Была, короче, такая ситуация. Я играл за часов, как вы сейчас видите, я из-за него играю. У фонтана я увидел, а я был тем более под маскировкой. Гражданин бегал в соло. Понимаю, тогда. Не тот открытый был. Так, смотри, я тебе сажаю за FerrRP X2. А, стой. На сколько? Стой. У меня вопрос. А ты куда вообще делся? Я? Нет, это никуда. Не знаю. Ты вот Apple? Я просто ФКшу. Нет, он вышел из тюрьмы. Так, я тебя сажу на 2000 секунд. На сколько? На 2000. Это сколько в минутах? Я сидел 30 минут. 3 часа. Нормально. Все. Все, спасибо. Все, жалоба закрыта. Так вот. А вот тут вот как раз чувака, кого сейчас забанили. Кронов. Ку-ку. Он в маске, он подозрительный, это фига, арестует с оружием. По-любому. Он по-любому с оружием. Вот тут у меня там был на кармане. И у нас к нему час шел. Он, я его попросил ставить сюда, вот, для чего синий. Он стал начал рассылать, он первый раз убежал, потом поднялся на второй этаж, хотя, скорее всего, это было уже. Поднялся на второй этаж, и там типа он в доме. Я его увидел, я его взял, арестовал, посадил. И он мне дарил, то что вот, я админу напишу, то что тебе хуже будет. А, точнее. У меня же не должно быть. Я понял. Давай, полетел отсюда, полетел, давай, полетел. Кажись во время. Ну давай, давай. Неадекватно с проблемами. Ты побольше побил по своим. Странно, я, короче, пошел искать. Мэр, скажи, что у нас общий сбор полиции. Нормально, классно, скоро это будет. Здесь не госслужащий хочет меня убить. Ебать, ты что дал? Мэр, убей, убей. Да не по мне, ну не по мне! Ты поехал! Ну не по мне, правда. Я понимаю, но не по мне. Спасибо, я хорошо. Да, Хара, я понял, хорошо. Мне нужен вейп и мне нужен раздатчик брони. Сейчас, ну подожди, я не могу уже сделать, мне все законы писать надо. Отсилиться. Иди в сейф и там закрой. Так мне еще строить нужно, я ж строю. Потом, слушай. Потом, а граждан, как мне фэнси будут покупать? Я буду звать тебя. Хорошо, подожди, сейчас. Вот просто крышу застрою и все, и пойду. Да. Смотри, такая ситуация была.
сейчас. Давай тебя на крышу возьму. Окей, давай. Там первый ртатник с ножом забора напал на него, когда у него ВП. Давай, рассказывай. Смотри, такая ситуация была. Я замаскировался под гражданина и хотел мэра напугать. Я начинаю заходить в комнату, где он находился, и вижу, как человек, элитный вор, заходит, проходит. Я не знаю, под маскировкой или нет, скорее всего нет. Он берет, заходит. Ну, мэр начинает интересоваться, кто я. Говорю, что вот я не услышу, убегает, я за ним подбегаю. Вижу, что за нами бежит еще один человек, я стою в проходе. У меня в руках ОВП стоит на предохранителе. Я не пускаю человека или вора. И стою, жду, когда он отойдет, чтобы проб закрыть. Он берет и меня начинает резать. И это было при мэре, когда он рядом был. Он потом отбежал и при мне с вооруженным участковым. Все. Хорошо, Ник этого вора, помнишь, или мне потом это посмотреть? Блин, сейчас посмотрю, скажу. Ну, суть по тому, что сейчас нет никого из элитных воров, то нет. Тогда я не помню. Но, возможно, здесь будет. Так. Жаль, меня не пишет. Плохо, у меня тут не пишет, кто меня бил. Дамажил, кто меня.